Картошку, а? Можно не одевать перчатки. Можно не одевать. Я столько не прожил. Вот дальний ряд сейчас станет на лапу. Леш, вот туда. Антон. Чуть-чуть. Тём, еще чуть-чуть. Коля, чуть-чуть сюда. Смотрим. Тёма, смотрим на меня. Стал Сергей. Спасибо, Атмосфер. Ваня, приятно иметь вас. Один укольчик, мне кажется, нужно ему сделать. Чисто внешний и внутренний. Саша, старый. Макс, очки сними, ты что творишь? Первый ряд, руки на колени, второй, третий за спину. Всем спасибо. Спасибо, Костя. Когда утром проснулся, он не спал, он не проснулся. Он их же спит. Давай ему розовый сделаем. Вот как? Сфоткай меня вот так, Николай. Давай. Я вот так стану. Все оставляем здесь, ребят. Спасибо. Нет, Фернандо Торрес. Торрес, Аби Алонсо, Маскерано. Вот этот сезон был 2008-2009. Не, ну, у вас ноги как-то так. Прямо вот так. Выстрелить. Показатель, что ли? Это вряд ли. Чисто догоню. А где наш-то? Ты туда пошли дальше. Вы дотягиваетесь спокойно, у вас есть время, кто по периметру здесь для паузы. Круг делали здесь, круг делали, ушли. Где конус из оба, круг делаем. Вот наш пошли уже. Юрик, Юрко, Фернандес, Саламович. И такие по снимкам делаем. Дюбучесть отдают из Испании. Граффити, татуировки. Так, а вот хорваты дальше, да, будут сейчас? Да. Вот хорваты. На фоне столба, да? Хорошо. Давайте, меня надо в инстаграме. Я там поле собираю. Ты слышишь, он тебя вообще оттолкнул, сказал, пошел. Все пришел, бумеранг какой-нибудь.
Это специальные люди же обучены, потому что они лезут, да? Быстрый! Что, решили тебя еще прессиком погонять? Ну, вообще нормально. У нас на чемпионате мира в прошлом году работало 20 фотокорреспондентов, которые сделали более 10 тысяч снимков. 800, в этой книге около 800 фотографий, которые со всех городов, со всех матчей отражены эмоции участников турнира. Привет. Здорово. Здорово. Дюбочка. А можно сфотографировать? Да. Давай сейчас, да. Сейчас я с другом сейчас сфоткаю. Мы с ним знакомы уже сколько лет. Дюбочка. Я тут Дюбочка уже назвали. Сейчас иду, сейчас. Иду. Здесь? У нас помладше. А, да? Есть? Все. Здорово, 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 парни, здорово, 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 здрасте, приветствую, здравствуйте, приветствую, всем здрасте, здрасте, так, здрасте, что надо сделать-то, давайте, давайте, фотографируйся со всеми, давайте. Сейчас, секундочку, отвела. Спасибо огромное, спасибо. Здравствуйте, уважаемые пользователи сети ВКонтакте, наши уважаемые болельщики, наши подписчики группы Team Russia. Новогорск снова на связи. Мы продолжаем наши традиционные прямые включения из Новогорска. И сегодняшний наш гость, с радостью его представляю, чемпион России, полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Магомед Аздоев. Становится чемпионом